Веселые, довольные и отдохнувшие. На первый взгляд в зале собрались обычные подростки. Но только вот эти мальчишки и девчонки уже не понаслышке знают, что такое война. Естественно, дети, которые были на территории, где проводились военные действия, детишки ослабленные, поэтому им проведено было лечение и физиолечение, также бассейн, очень качественное питание оказалось, шестиразовое. Поэтому дети сейчас уже, вот прошло 20 дней, как они у нас пребывают, они окрепли, поздоровели, повзрослели. Помогали ребятам, как говорится, всем миром. Одними из первых на просьбу откликнулись в компании «Брянск Фармация». Я думаю, что для них здесь сделаны идеальные условия для отдыха. И питание, и отдых. На какое-то время они забыли слово «война». Это здорово и хорошо. Руководитель санатория обратилась к нам оказать помощь ребятам. Естественно, мы не могли остаться в стороне. Оказали помощь, то есть мы собрали им наборы школьные для того, чтобы, вернувшись домой, они смогли пойти в школу, и хотя бы чем-то уже мы могли им помочь. Конечно, на протяжении всего этого года, практически ежемесячно, мы участвовали в акциях, которые организовывало правительство Брянской области о помощи регионам Донецкой и Луганской областей. Мы собирали медикаменты. Сейчас точно не вспомню количество, какое мы оказали, но это несколько миллионов рублей с различными периодами. Мы постоянно участвуем, будем оказывать помощь, конечно, всегда. Последние 20 дней для этих ребят были настолько насыщенными и яркими, что они с трудом справляются с эмоциями. И честно признаются, с радостью приедут в Брянск еще раз. Отдыхал здесь очень отлично. Тут прекрасный свежий воздух, атмосфера даже та же очень хорошая. Вокруг одни леса, рощи, река очень красивая протекает на территории санатория и за его пределами. Мы неоднократно выезжали заучем кататься на велосипедах по окрестностям. Тут очень красивая природа. Очень хорошо отдохнул. Рабочий персонал, все хорошие люди такое уважение к нам проявляют. В общем, хорошо, атмосфера хорошая, природа сама. Очень хорошо, даже запомнится навсегда, по-моему. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров. События. Брянский район.